Россию обвинили в оплате проституток для главы мирового биатлона. Президента Международного союза биатлонистов Андерса Бисеберга подозревают в пользовании услугами проституток на деньги российской делегации. Об этом сообщает Bild. По информации немецкого издания, глава ИБУ получал денежные вознаграждения от российской стороны и регулярно проводил время с девушками по вызову, услуги которых оплачивала Москва. 10 апреля в штаб-квартире ИБУ начались обыски. Представители Всемирного антидопингового агентства, ВАДА, рассказали, что обыск был связан с расследованием по вопросам допинга. В ВАДА заявили, что Бисеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны полный дипломат долларов. Норвежское издание ВГ также сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.